утро! Это что за поза, Лайла? Лайла, что это за поза? Все, София решила подстричься, сказала, все, не хочу, не буду. Будем обстригать. Хотим вот так. Почти под каре. Сколько это у нас? Столько. Так. Все, стригем, Софи? Куда вы бы хотите? Ну вот, до сюда. До сюда. Как у тебя? Ну, почти. Хочу как у тебя. Но у меня сильно коротко, Софи. Не страшно, хочу... Давай подстригем сначала вот так, а потом будем... Если потом будем думать. Как у мамы, тогда... Хорошо. Все, начинаем. Все, раз, два, три. Все, Софи. Вау! Вау! София, смотри! Все! Мы хотим это пожертвовать. Ребята, напишите в комментариях, может, вы знаете, куда мне с этим идти. Я хочу пожертвовать. Я тоже так хочу. Ой! Класс. Лайла, иди понюхай. Давай мы тебя парик сделаем. Раз, два, три. Линой. Покажи. У меня тяжело. Вау. Классно! У тебя вообще тут блондинистый волос, смотри. Это первый волос. Кстати, мы ее не подстригали уже с рождения. Ни разу практически. Один раз, да, кончики Папа. Не стригли немножко. Ребята, приехали мы сейчас в Рошен-Икра. На этот раз мы хотим покупаться вот на таком диком месте. И... Нашли вроде бы как бы хороший пляж. Ну, это не пляж, да, хорошее местечко такое. И посмотрите, как, кто здесь побывал до нас. Я не знаю, как их назвать. Ну, просто это не люди, наверное. Вот так вот загадить все. Все загадили. Ну, просто все, все. Смотрите, это надо было так постараться. Так изуродовать. Но мы решили остаться тут, потому что здесь никого нету из людей. Ну, конечно, никто не хочет здесь находиться в этом балагане. Вон Женя ходит, убирает. Мы не можем на это спокойно смотреть. Сейчас немножко здесь расчистим и спустимся в водичку сюда, поплаваем немножко. Море сегодня очень неспокойное. Волны такие. Вот, кто смотрел прошлый влог, ребята, вот мы были наверху. Вот здесь мы были, находились в прошлый раз. Взяли немного с собой фруктов, еды. Будем сейчас отдыхать. А, как мы придумали? Класс, да? Только мы постоянно убегаем от волн, потому что отсюда прям бьет сильно, и поднимается вода каждые 5 минут. Страшновато. Вон медуза выкинула нам на берег. Смотри. Смотри, какая. Смотри, какая медуза, Линой. Только-только, наверное, она выскочила. Наверное. Потому что у нее такой цвет хороший, живой. Ну, там, ну, сейчас мы такое нашли. Большой крабик и маленький. Я так думаю, что они мишпаха. Кто и, ловил? Короче, ты сама мишпаха. Ловила? Это папа, это я. Ничего не боится этот ребенок. Вообще. Ко мне, иди ко мне. Смотри. Укусил? Вот этот маленький? Да.
противный такой. Сейчас я их буду выпускать. Они у нас очень много времени. Будем их выпускать. Правильно. Надо их выпустить на природу. Зачем их мучить, правильно? Ко мне. Ой! Ты не боишься их? Нет, они такие маленькие удочки. Несу им палец. Сейчас будем их выпускать. Ну давай, иди выпускай. Хотите посмотреть, как давай будем выпускать? А вон рыбки смотрят. Ну давайте их выпустим. Бай-бай! Бай-бай! Вот они. Все. Свистопляски. Концерт. Та-та-та-ри-та-ри-та-та. Хотели послушать море, волну. Ой, тут их сколько, я даже не видел. Вон автобус стоит. Да, попали мы сегодня. Тот, кто погас, будет ярче светить, чем кометы, пролетающие над планетой. Из пустоты, без твоей красоты, не родится юности вольная птица. Спросите меня, как было на море, я вам отвечу, что на море было просто великолепно. Кроме того, что там было грязно, но мы решили эту проблему, собрали мусор и накупались, понаотдыхали, было очень здорово. И я сегодня вообще без обеда, я сегодня только позавтракала и на обед я кушала фрукты. И сейчас я чувствую вообще полное бессилие, потому что я очень голодная, хочу есть. Решила себе сделать вот такие вот, запечь просто грибы в духовке. Не хочу есть сейчас ни хлеб, ни булочки, ну, такое, знаете, тяжелое. Сейчас нарежу себе фрукты, не фрукты, а эти овощи. Запеку сейчас грибы просто с соусом терияки. И мне этого будет достаточно. Сделаем сейчас горячий чай. И все будет круто. И, ребята, ставьте мне лайк, подписывайтесь на мой канал. И еще хочу вас попросить о маленькой такой просьбе. Пожалуйста, делайте репосты на своих страницах. Я в Фейсбуке вставляю ссылочку все время на свои влоги. И вы можете просто репостить, как бы делиться с друзьями моей ссылочкой, и мне будет очень приятно. И, ну, появятся, может быть, у меня новые зрители, новые подписчики, мне это очень-очень поможет. Также ставьте лайки в... не в Фейсбуке, ставьте лайки в Ютубе. Заходите в Ютуб, и под видео можно поставить лайк, вот такой пальчик. Вы сразу там увидите, сразу под видео есть пальчик. Ставьте мне пальчик вверх. Вот на этой ноте хочу с вами попрощаться, ребята. Всем спасибо за просмотр. Желаю вам отличной недели, хорошего настроения. Берегите себя, будьте все здоровы. Сейчас
Мы все надеемся на лучшее, что не будет второй волны, конечно, но будем все для этого делать, носить маски, соблюдать дистанцию, в общем, все, как нам говорят. Все, всем пока. Я всем посылаю хорошее настроение и заряды на всю неделю. Все, увидимся в следующем видео. Bye-bye.